Строительство двух спортивных баз в селе Витязево и станице Анапская вышло на финишную прямую. Работа здесь не прекращается ни в праздники, ни в выходные дни. Завтра первая бригада 5 человек, и в понедельник еще 6 человек выходят полностью на монтаж кирпичных перегородок. Особое внимание вице-губернатор края обращает на качество футбольного поля. Это одно из основных требований при подготовке тренировочных баз к чемпионату мира. И, пожалуй, самое сложное в исполнении. И здесь замечаний нет. Главное, чтобы поле было нормативным, чтобы оно удовлетворяло тем высоким требованиям, которые предъявляет ФИФА. Короткая планерка на каждом объекте. Общая оценка хода работ удовлетворительная. Теперь главное не снижать темп. Строители идут, скажем так, в графике. И мы надеемся на то, что строительство будет закончено в срок. Сегодня здесь подготовлены площадки под все инфраструктурные объекты. Подведены инженерные коммуникации. Срок сдачи спортивных объектов – весна этого года. После чемпионата мира эти стадионы перейдут на баланс муниципалитета и станут тренировочными базами уже для анапских спортсменов. Никита Бойко, Михаил Григорьев, Анапа регион.